Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Женя Сопов. И сегодня в этом видео мы будем делать двойной супер-сэндвич по-царски. Для этого нам, конечно же, понадобится хлебушек. Сыр, нарезанный причем. Да. И колбаса. И, конечно же, майонез и кетчуп. Так, для этого по-царски берем обычный тост. Так, тарам-пам-пам. Открываем его. Так, достаем. Так, теперь мы берем три куска батона, чтобы у нас получился сэндвич. Теперь нам хлебушек не понадобится. Как же его тут заворачивает? Ай, ладно, потом вам потом заверну. Так вот. Теперь берем сэндвич, берем нашу колбаску и открываем ее. Тарам-пам-пам-пам-пам. О, берем кусок и ложим вот сюда. Да, на этот сэндвич я отойду, чтобы. Вот я уберу это, чтобы вы видели. Так вот, а теперь берем, не знаю, вот сыр, вот нарезанный, и ложим. Ого, какой большой. Так, ладно, положим его вот так вот. Замечательно. Есть. А теперь нам понадобится. Теперь приступаем к намазыванию кетчупа и майонеза. Так. Так вот, намазываем. Теперь так берем вот кетчуп. Так, а теперь намазываем кетчуп. Так, так. О, нет. О, нет. Так, о, готово. Так, томатный кетчуп. А теперь берем вторую же. Берем такую же, вот такую же, как там, вот колбасу. Так, открываем, берем второй кусок и ложим на хлебушек. А именно на второй, потому что это будет двойной. Так вот, ставим. Теперь берем сыр и ложим сюда. Теперь, как обычно, берем майонезик. Так, где ж тут дырка? А вот так вот намазываем. Так, вот так вот. О-о-о-о. Так, а теперь берем томат и вот так же. Так, о, вот это я понимаю. Ну, а чё, можно даже размазать сыром, чтобы было нормальнее. Вот так вот можно взять сыр и размазать вот все. Так вот я тоже со вторым такой же сделаю. Так, а теперь берем вот эту одну часть сэндвича, закрываем вот вторым тостом, и все, наш супер сэндвич готов. Теперь пробуем на вкус. Так, о, ё-моё, о. Так, что-то у меня камера, а это, ой, ладно, что-то падает все. Так, аккуратно, а теперь пробуем на вкус. Ммм, вкусняшка! Вкусняшка. Рекомендую такой сэндвич сделать, а вы подписывайтесь на канал. Пока. А как же выключить? Так, подождите, вы. Так. О, нет. Так, о.